А музыкой буду. Музыка. Музыка. Музыка, да? Музыка, братан. Я не пью, я выпиваю. Воу-воу-воу, полегче. Воу-воу. Саша, ну я Твоя рада. бабушка участвовала в Великой Индийской войне. Да-да-да. Мне нравится Вот момент, он когда, бабушке типа... лайк поставил. Мне нравится вот этот момент, типа, как... Да, мамочка, иду домой, конечно. Да-да-да. Правильно, нужно ценить своих старших, потому что они дают... Ха-ха, иди домой, да иди нахуй. Не так. Нужно ценить своих старших. Они нам во всем помогают. Каха, домой, иди нахуй. Во-во, все правильно. Как Чё? говорят французы, А мы что, не ассортион кутюр набрали, да, слэш. короче говоря? Что по-русски значит? Рейтинговая игра? Да, мы на рейтинг. Мы сейчас будем сливать. Я обычно не могу играть, у меня вылетает. Почему у тебя вылетает? Не знаю почему, но... Хорошо, забиваем ролик в команде. Я чуррак. Я дно. Распределили. Блин, я Короче, сейчас Сенчи, тащил, получается. ты тащишь, да? Да ну блин, ну так нечестно. Почему? Все отлично. Да почему я должен тащить? Вика, ты тащи. Ну ладно, я буду тащить. Не, я А не. я-то до дна. Вот. Короче, я на тренде фастропирку. Да ты задолбал на тренде играть. На тренде фастропирку. Да. На Лис, рапирке фаст лиса тренд. фармить, да? Да, соловьиный. Соломит? Да. Блин, вот это. Соломин на Ты хардлайне, вот только так вот. сильно не унижай там вражеского мидера. Зачем я морально уничтожу? А то он обидится, уйдет, не А, будет с нами типа, играть. допустим, Лина приходит на мид, ты такой, Лина, Я твою мамку ебал. я твою мамку ебал. Она такая, вот, сука, я въебаю. Лина, что? Я Я твою твою мамку мамку ебал. ебал. Я Вот это такой, поворот. короче, подхожу к ним. Говорю, эй, мидер. Он такой, что? Говорю, ты пидер. Он такой, сука, это не смешно вообще. Я такой, ас. Кидаю на себя инвизы с ябуду. Они такие сагрились, у них пуканы, бомбят. А я такой, убегаю. И ржу. Ас. Сука, ибо нехуй. Слушай, у тебя Выёбываю. неплохо получается, кстати, даже. Этим пидорсом. Отлично, вот реально Они отлично. знают, что Я я носит, их конечно. мамку ебал. Сука, мой ебучий кот погрыз провод для мышки. Сука, зачем он это сделал? Надо ему дать пизды, чтобы он не выебался. Слушай, у тебя реально вот прям талант. Немножко говорилка работает. А что? В любой Вернее, аппарат неприятной говорил. ситуации. А когда я против аппарата стоял, аппарат, он такой, что? Я говорю, я твою маму ебал. Он такой, сука, держи ульт. А я, короче, съябываюсь. И он промахивается. Я такой, ас. А он такой плачет. Думает, сука. Сука. Вообще Я, красота. конечно, умею мочить. Сенчу, у тебя 29 секунд, чтобы загрузиться. А я не 27, успею. 25. А там еще, кстати, один не загрузился. Все, короче, сливаемся. А, не, я загрузился. Вот, А вот теперь, сука, последний нет. Фрэнк Касл, сука, уебан. Только попробуй не загрузиться. Твоя мамка будет страдать. Вот точно, короче. У Сука. кого-то тормозит интернет, да, мамка. Вроде Ёбаный взрослый щиток. парень, блин, а такую фигню исполняет. Не, ну это, конечно, прикольно. В чем фигню? Все Слушай, отлично. ты там не пизди, короче. Кстати, Ян это действительно мой брат. Он мне очень часто помогает, и я ему помогаю. Вот. Ну, не Брата, брат, брата, от конечно, он души, не душевно кровный. в душу. По-братски, да? По-братски. Один раз он меня выручил, вот недавно было, что мне действительно нужно было позвонить двум людям, подругу поздравить с днем рождения и второй подруге сказать, что я не приду, ну типа на встречу. У меня на счету не было денег, я просто, ну, написал типа, Ян, можешь, пожалуйста, типа
пополнить мне счет хотя бы на 5 гривен, типа я тебе потом отдам со стенди. Я такой от души душевно в душу. По-братски вообще, братушка. Блин, ну, Ян, ну, спасибо тебе еще раз, реально. Не за что, брат, всегда пожалуйста. Вообще, Тас, как ты голос меняешь классно. А ты что, мы настоящие не слышала? Ого, серьезно? Это Янукович. Виктор Федорович, попрошу. Что такое? Остановитесь! В любой непонятной ситуации остановитесь и подумайте, нужно ли это вам. Слушай, опять уроки психологии Виктора Федоровича. Виктор Федорович, а можно вопрос? Можно. А зачем вы поломали ручку? Почему? Ты что, не видел? У нас была такая кодировочка. Если не знаешь, что отвечать, я ломаю ручку. И мне в микрофончик в ухе говорят, что надо сказать. Ага, ну, понятно. Ты понял. Вот да, я понял. Спасибо. Но когда ручки закончились, я увидел, что у собеседника такая тоненькая, маленькая, хрупкая ручка. Но в итоге они меня не поняли. Спасибо вам за комментарии, Виктор Федорович. Дали условный. А скажите, пожалуйста, когда вы вернетесь на Украину? Хуй, я вернусь. Потом я КамАЗы буду возвращать. Нахуй они мне надо? Они по поводу золотых батонов? Что золотый батон? По пьяни мы с пшенкой схавали. Ага, спасибо за комментарии. Это был Виктор Федорович, он с нами до сих пор на связи. Виктор Федорович, хотите кому-то передать привет? Передаю привет Пороху. Готовься, тут местечко для тебя греется. Сенча, ты знаешь некого Ванушка, который Нет. тебе написал, короче говоря, 5 Сенчу 3 дня ждать? Ванушка? Угу. Он такой, да, мы его будем ждать сейчас 3 дня. В смысле, именно в этом, в доте? Да, ну, в доте, сейчас в доте, в катке. Вот, да, катке, в катке, да. Так просто он, наверное, попался с нами в прошлый раз. В тот раз? Все, ты да. загрузился. Я загрузился? Давайте комнату запретим. Давайте Сларка запретим. Где Сларк? Окса запретили, круто. Ну и чё, кого мы будем играть? Так, со мной играет два саппорта, да? Чё эти два саппорта с тобой играют? Я могу быть хускарчиком, но мне нужна поддержка. Да всё, Джон нормальный могу... голос задолбал. Погоди, ещё я могу знаешь на кем? На ВИЧ-докторе. Если ты будешь Свеном? Я это мид. Хуяна. Не, зачем ты ВИЧ-доктор? Не надо. Да тебе поиграем саппортом. А вы давайте берите там. Тащеров. Я могу только Хускаром играть. Хускаром? Бери Хускар. Сенча, вытащишь, братишка? Я постараюсь. Ну хорошо, я тогда с кем? Я с Сэр Спиритом, да? Ну да. Оу, Пудж. А я даже не знаю, может Верочка взять. Сенча, а ты кого? А я, наверное, на Верочке. А мне кого тебе взять? Вингу? Так я в мид иду. Ну да, ты будешь соло стоять. Ну, ты можешь взять Легионку, те. О, кстати, да, бери саппорта. Так я соло буду стоять, действительно. Ты будешь соло стоять. Против Пуджа. Ну да. Хотя сейчас посмотрю, узнают. У них саппортов еще нету. Но еще если нет. что. А, точнее, у них мидеров еще не будет. Если не будет мидеров, я возьму Урсу. Он мне найт. Я ненавижу этого героя. Да нет, в принципе, нормально. Так мы его распидорасим, что тут дело? Да блин, не знаю, сложно. Сложно. И шо? Ничего непонятно. Мы на него сайленс кидаем, и он делается сайленс. Что тут непонятного? Я ж почую кожу. Угу. Медуза. Ну, в принципе, да, тут Верка заходит. Медуза злая.
Против медузы Верка как раз таки заходит. Что-то мне кажется, что каточка будет потненько. А зачем тебе антимаг? Потому что контрит и Омника, и Пуджа, и Медузу. Чего они так долго выбирают? Ваша очередь. Короче, я беру кристалку, да? Сенча. Да, бери. Они уже выбрали Свен, так что не получится. А, точно. А я кручу Хускара. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round. Все, останови. Ой-ой-ой. Петушок. Вот это у них пик. Да, у них, в принципе, неплохой такой пик. Сларк тут зря вообще. Он тут не нужен. Кого он будет? Петуха и Омника только цеплять. И то Омника навряд ли. Там репел, там все. Че, на верхнюю руну дойдем? Да. Шейкер. Ускар Викторович. Викторович. На верхнюю руку, я ж правильно понимаю. Да, именно. На ну я Ускар ж вижу, Викторович. Ты ж понимаешь. Вы Виктор Федорович, а это Ускар Викторович, да? Ускар Викторович. Ускар Федорович. Ускар Викторович, потому что именно Виктор Федорович на нем играет. Ну хорошо. Ускар Викторович Ялынтевич. Если что, руну мне оставите. А пуджи, если пуджи. Что, я их буду, короче, огоньком кидать. Пуджи снизу, да, он походу где-то стоит. Точно, что он снизу? Да. А то он сейчас как-нибудь цепанет, как съест. Нет. Разве что меня только. Потому что я тут танкую. Да залупу ему конскую. Точно. Все, идите, фармите. Давай, удачи тебе там. Спасибо. Давай, Сенча, взъеби их по-босяцки. Ой, ну тут я поспорю как-то. Жиновато будет. А где Пудж? Пудж, пидор. А, я его мамку ебу. Ты Пудж. Ты нашел его? Да. А кто у нас на линии? Суп. Вот так вот, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу. Враги нихуя не получат. Мне есть шанс добить? Нет. Они что там, трипл мид или что делают? Так больно меня кусает. Ну я что же отгрызаюсь. Да, пожалуй, ты дышишь на ход. Ой-ой-ой, а Пуджик меня выхукать хочет.
Что за мысль, боже мой? Да лол. Я попаду по нему. Фарма не будет. Я его сейчас на то надо. Сука, сдохни, падла. Молодец. Вот так. По-босяцки. Че, типа ФБ не засчиталось? Какого хуя? Вообще босяцкий подгончик. Где это еще там? Да не, пока не надо. Ладно, пусть будет. Даже босяк мне вот этого только лучше. Обходи. Ой, блядь. Хоть бы съебаться. Не понял. Блять, сука! Я написал сет. Ничего, брат. Я не из-за этого. Он не ожидал просто, понимаешь? Тупо не ожидал, не по-братски. Вообще не по-братски он поступил. Ничего, я его рот ебал. Ты пой за мной. Спасай меня. Не вопрос, брат. Съел. Почему на мясы везет? Убрал, да. Что там у вас кто-то наглеет, да? Я заметил. Если есть кто лоу ХП, я приду. Я уже иду. Мы сейчас сделаем, давай делаем ХП. Давайте. Аккуратно. Они ушли. У них фарт тут стоит. Просто зря потерял время. Не мог в это время фармить. У них там вард стоял. Ну, сейчас. Варды придут, я. Тут же мисс. Пытается меня хукать. Окей. Не, походу пытается нас забайтить. Куда забайтить? Блять, куда я иду? Как думаешь, дохнет или нет? Нет. Сука. А то никто тварда. Я вот тут вот поставлю. Худж мисс. Окей. Он все пытается хукать. Блять, я залагал, залагал. Сука. Сука! Блять! Что за боли эмоций? Прости, брат, не хотел. Даже Кавказа с горячей кровь. Оу, даже так? Что за... Боже мой, что это было? Ты тоже залагал, брат. Нет, нет, я не залагал, но... Что это было? Почему я мансанул, и он именно в эту сторону кинул хук? Как будто знал.
Вэрка, у тебя вообще иди против Пуджа стоять. Я не знаю, чё ж ты умираешь. Приходи на ганг. Я его не слышал. Что он короче, говорит. Он просит на ганг приходить. Он говорит, если что, зови там, он оттянется, по-братски поможет. Что скоро, у меня фарма нет скоро. Пойду вардик поставлю. Офигеть. По-братски, а то чувствую, что они сейчас будут въебываться. Слушай, пусть Хускар постоит соло, ну он в принципе выстоит, иди помоги на низ. На низ? Да. Сейчас прилечу. Я чувствую, меня уже байтят. Сука, надо масочку купить. А ты стой аккуратно. Там пудж, осторожно. Чё ж мне так на руны тут везёт? Если расхарасишь кого-то, ну если вдруг попадешься, расхарасишь, можем убить. Охуица вам, пидорасы. Ты. Сейчас буду мацать от бога. Да не, он даже как не будет. Лол, он просто подошел, постоял и ушел. Ха-ха-ха, сосай. Так он правильно сделал. Он вообще хотел меня хукануть. Нет, он Омника хотел. Как думаешь, захуярим Пуджа? Нет. А если я прыгну? Можно попробовать, но... Мало вера. Там Пудж умеет играть. Он аккуратно против. Вот за это сука! Я и говорил. Блядь! Блин, петух это долбанный вообще. Пиндец. Я понимаю почему. Он, ему там сложно стоять. Потому что это. Там это сейчас Вика говорит? Да. Потому что, короче, он вообще этот. Петух долбанный. Ненавижу. Ненавижу петухов. У него главное такой радиус у этой способности. Просто молодец. Вообще. Да лол, почему он мансует? Прыгнем. Да, сейчас он чуть ниже подойдет. Ты что думаешь? Кубик. Сделай погромче микрофон, тебе не слышно вообще нифига. Там пуджик. Слышит, да, пиздол. Нельзя про кого говорить. Блин, ну мамка понятно, чё. Во. Ну что, заберем Омника? Мы его не заберем, у него репал. Я даже не успею на него этот дать. Нет, я не успею. Хорошо. Гори, падла, гори. Крыса. Еще и мансует на их стрел. Он не сгорел. Верлок. Окей. Второй, да, второй. Почему Свена на фрифарме оставили? А он шестой левел. Харды вышел, дал пиздок всем красавцам. Чувак, у меня фарма ноль. Ты удваришь, бать. Спасибо. Ну да, тут походу только я вижу. Ого, будем Black Hole реализовывать. Ты если что, даже в одного давай. Даже в одного вроде себя ультину. Как и думала. Только мне вот так вот надо. Ух ты. Мне на руну повезло. Мне просто-напросто не отобрали. На них?
Да серьезно, Пудж просто хоть пукает. У него варды, походу, стоят. Ух ты! 2 хп медуза. Блять, куда меня дергает? Куда меня дергает? Что я делаю, блять? Какого хуя? Какого хуя? Так, как они мансуют? На их стрел. Воу, как хорошо. Просто отлично. Просто умничка. Да блин. Отлично, это отлично, только тут это. Сука! Я туда не пойду. Надо похитить. А, медуз убили, да? Да, хорошо. Да, да. Это мой дед. Чувак, не пить. Стой на базе, а пока. Не надо пить. Стой, говорит, на базе, пока. Он только смирился такой сразу, говорит, ладно. Окей. Не спорю. Фармили соки, не знаю. Мы хотя тоже не выйдем. А где Пудж? А, 451 золота еще нужно. На что? На блинк. И будешь басак. Опасный. Пудж. Там не только Пудж. Там еще и петух. Они варды расставляют. У Пуджа ничего нет. У него только тревела. Зачем ты тратишь на него скиллы? Это же люди. С медузами стрелочи. Прикинь, даже Верка, ты чё встал? А, никого не пропускаю, да? Конечно. Жопа толстая. Так Верка ж худенькая вроде. Ну я не знаю. Не пропускает. Она в душе широкая. Это сам даун. Я его слышу там, да. Ты сам только вот не подходи к ним. Я так-то постараюсь. Этот пиздюк меня бесит. Ну да, ну да. Опасно вообще. Тут будет холод темный. А так мы просто время постараем. А где Пуджик с вами? Угу. А. Тут медуза Пудж. Тогда к вам. Вот этот пошел. Иду. Ну, отлично. Оформлю. Лисячек. Нет, Пудж ушел с линии. Я поформлю. Ой-ой-ой. Осторожно, все надо. Не сильно подставляйтесь. Сука, пошел нахуй, он мне пошел нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй. Лучше уйди. Зачем? Зачем ты подошла? Зачем? Потому что с той стороны это. Петух. Зачем ультанул, не знаю, у меня это, наверное. Это сам даун. Сработало это. Боже мой. Я испугался. Ладно. Я понял, да, набиться. Жадная. А где Пудж? А, даже так. На самом деле я бы влетел, но вы уже были пришли. Пудж ушел. Плохо. Он отхилился.
Да блин, задолбал. Хорошо. Звездочка работает. Смотрите, там еще. Умник. Я его разбил. Медузу оставили на фарме. Зачем? Хуй знает. Не, омник мне пизды дает. Больно. Блин, петух это долбанный. Ничего, братишка. Да он реально, короче, вообще всаживает меня. Трындец. А я его рот ебал. Ненавижу петуха это. Никто петухов не любит, даже на зоне. На зоне, мне кажется, в особенности. Там где есть люди, гоп, пробуем. Давай. Если сейчас Black Hole зайдет и ты ультанешь, это будет вообще побосяться. Ну я бы интернет тебе. Ну где так тихо, слышно? Black Hole, давай, Black Hole, Black Hole, Black Hole. Поздно. Поздно, блядь. Да пошли, я сама в Black Hole попал. Заебись. Как вы там сливаетесь? Так, я не видел. Ну-ка. Я байтил как бог. Ну что, валите все на меня. Я инициатор. Что там, пушку кать будет? Ах ты ж тварь. Че, он тебя хукнул? Да нет. Блин, хотел привязать, а она отошла вовремя. Ну, в смысле, медуза. Сука! У меня маны вообще нет. Просто беги. Смотри, Пуджик. Да вижу я. Серьезно? Просто блинканулся ко мне и начал вонять. Знал, что я могу уйти на блинке. Вашу башню на верхней линии атакуют. Вашу башню на верхней линии атакуют. Так и думала. Боже мой, как же его расфидели. Кого его? Куджа. Два семь. Блин, мне это еще придется выигрывать. Не деремся. Не лезь. Зачем? Каким таким хуем? Он блинканулся и захавал меня. Сука, хук 366. Пердёж 256. Серьезно. Он умеет хукать. Мы убили только медузу. Итог, кто убил? Семочка. Семочка. Умничка. Басяк вообще, шикарная. Сколько ты имеешь? 600-500. А там Свен с мамом пушит. Может, заблочим? Попробуем.
почти. Блин, ладно, отдаем, отдаем, не лезь. Блин, зачем глиф прожали? Нет, это не я. Я понял, что ты. Я не понимаю, зачем его прожали. Мы за Т2 драться не будем. Странно, как это миты, они еще не скушали. Но особо не акцентировались, по-моему. Я представляю, пуч выпрыгивает, начинает жрать или просто хукает. Лучше тут стану, как вар. Мне все соль на яйца. И минус мид. Вот так вот. Будем делать. Ой-ой-ой, блэкхол будет? Какой хороший блэкхол. Хорошо, а теперь пуджа найти надо. Где он? Нет, этого уже нет, он ушел. На бинке. Давайте спушим мид. В каком такой вариант? Блять, я забыл на обратно. Будет помощь? Будет минус пуш. Ну кто ж это сделал? Басяк, настоящий басяк. Я умираю. Да, петух, как обычно, догнал своей этой херней. Ёбаный петушар. Вообще, козлы. Просто козлы. Сенча, брат, молчи, побрат, тебя души, зачем там души? Почему понял, чувак? Вообще, первый скилл прожми, дебил. Ой, Калич. Ой, дебил. Серьезно. Ну, по крайней мере, минус 4. Я пока оформлю. Обосяцки. Вообще у нас минус 5. Мы будем сделать. Гору здорово. Я вам даже могу этим убираться. Здорово. Кем тебе бьем петуха? Здорово. Наршана, серьезно? Там борды. Я лучше вот так сделаю. Умираешь. Блин, козёл. Серьезно. Я въёбаю. Я въёбаю. Ладно, я дерусь. Я же босяк. Хорошо.
Ах ты ж ёбана курка! За братишек, за братишек, до конца! До свидания. Молодцы. За братишек до конца. За братишек до конца. Ой, какой кошмар. Ой, а у кого сейчас будет босяцкий кристаллис, а? То есть босяком запахло. Босяк, босяк. О. Ну, кто босяк, кто босяк? Янчик босяк. А почему Янчик босяк? Потому что Янчика есть кристаллик. Значит, Янчик сейчас будет наваливать. Отойди, отойди, отойди! Блядь! Я лох не мой. Блин, Вика! А, это не мне? Да а, я тебе заблочил этот. Угу. Сори. Я такая бегу, никого не вижу. Ну ты фармить, я уже бы это было. Сейчас Янчик будет на фрифарме, вот это будет по-босяцки. Сейчас будет расход. А сейчас бы Тарас. Братишки, братишки, Янчик идет выручать. Ой. Янчик идет на Решалова. Янчик на кавер. Я жить хочу, а я живу. А Янчик умирает, ну Янчик пытался. Туда. Что, что за криты? А что там, что с лицом? Ты бой умираешь. Ну это ты бой. Паника. А что с лицом, что с лицом, что с лицом? Он задинаился или что? Нет. Энигма добил. А. Вообще, босяк. Опасный, опасный. Можно считать, что Янчик инициатор. Пушим, братишки, пушим, пушим. Пушим, братишки, за мертвого Фускара и Винрадер. По-братски, я вас верю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. По-братски. Я сам. Лол. Вообще. Чуть братишку не убил. И телепорт, пожалуйста. И было. Сейчас, секунду. Бери, спасибо, братишка. Ух, ничего себе, аж два. Ну это, я заберу, вы не против? Без проблем, братишка. Брат за брата. Прям, ну, ну, это, спасибо. От души, душевной души. Вы такие помню. Добрые, спасибо. Я сейчас расплачусь. Не плачь, брат. Мужики не плачут, мужики ссут глазами. Эй, Сенч, да, ты да. Будешь рунку забирать, не? Ромку, Ромку, да, да, да. Ну, блин, я тут стою, охраняю. Спасибо. На черный день. Я туда не пойду одна. Что там Сларк делает, боже? Он боже, всех, он сейчас умрет. Наказывает. Он умрет. Он пока не умер. Он живой. Нифига себе. Окей. Убили собаки. Все, не деремся, блядь. Страшно. Ты, добрый вечер. Ой, жить любви. Хочу. Ты что делаешь? Живи, брат, живи, брат. Серьезно? Да блин, он реально, короче, вообще вонючий. Дура. Одна секунда оставалась до блинка и пуш прыгает. Угу. Сколько я в рот ебал? Редко вообще находится нормальный этот игрок за Пуджа. Не, действительно, он умеет играть, но... Нам от этого не легче. Ну, как бы тут без но. Он просто умеет играть, короче, все. Где он? Я хочу сейчас его закуп посмотреть. Это бутылка, броня. Не броня, а бутылка. Ну, плейт.
Ух ты. А, Пуч, сосал, сосал. Они впятером все. Сейчас надо дефать, конкретно дефать. Чем слаха, я кровь ультую, ультую ТМ-ка, ультую Сукар, все ультуют и пить. Надо убить, надо наказать. О, они там все. Обоих наказать. Иду. Троих наказать. Ух ты. Сейчас помеху. Ой-ой-ой, как же это печально. Ну? Вообще. Ультует. О! Вот так, вот так, вот так. Просто умничка. Хуже вот там, по босяшке. От души душевно в душу. Я старался, я инициировал, брат. Я даже хуже заставил. Он пидорас, он пидорас. Лови, пидорас! Чуянчик точно от души душевно в душу. Просто Вика умничка. Вика, да, вообще, вы Вика просто... вообще, брат. Вообще-то, по-братски. Ой-ой-ой, успеть до этой руны. Успел. Че он там пиздит? Бери Элизи. Сейчас, отхилим немножко. Я по-братски отдепаю. Тут шашел, да? Готово. Майо. Майонез. У меня шверка засмеялась с твоей шутки. Конечно. Это я ей еще не рассказывал прикол про мам. Не, как раз таки рассказывал. Хожу я такой к Свену, говорю Свену, такой, что я твою мамку ебал, он, короче, догнал и дал мне пизды. Опа, опа, смотрите, диверсанты. Готов. Ой-ой-ой-ой. Какие куры в лагерях. Че там, деремся, нет? Я чувствую, умираю. Хотя нет, я живу. Нет, братишка, живи. Я как раз таки живу. Ой-ой-ой, подсейвить бы. Второй. Хорошо! Ой, как хорошо! Джанни убили? На. У Джанни добили, чуть-чуть. У меня байбек есть. Хотя я был чуть. Это будет лучше для всех. Какая осень в лагерях! Чё он сказал? Братюнь выручай, так будет лучше для всех. Чё. По-братски. С Нэнси... А, нет. Медузы с...
Сашу Яшу собираю. Серьезно, они хотят пропушить. Я их мамку ебал. Я тоже. Прикинь, какая там дырища образовалась. Да там вообще кратер. Да. Прикинь. Я прикидываю. А Вика прикидывает. Вообще прикидываю. Надо сломать ей лицо. Зачем Вике ломать лицо? Она же хорошая. Ты такой разговаривал про меня, потом говорит, надо ей сломать лицо. По-братски. Она же хорошая. Братишка. Зачем так делать? Ты. Я вижу. Пидорос. Я тоже вижу. Система по поиску пидороса. Активирована. Пидорос найден. Стой, суп. Свена найти. Свен, что? Я твою мамку ебал. И не только я. Только теперь ты мне не дашь пизды, потому что я суп быстрый. Я теперь умею пользоваться регентой, суп. Ух, хорошая связочка! А кто так умеет? А я так умею. А кто батяк? А я батяк. А кто Свена ебала? Я Свена ебала. Кто мне лицо разбил? А Свен мне лицо разбил. Суп. Ну ничего. Ничего, братишки, сейчас. Какой на Агане? Надо пушить, мы так проиграем. Пушить надо, проиграем. Тимат. Пушить, он говорит, Саш. А может ты пойдешь на... А ты, сука, потому что я твою мамку ебу. Блэк Холл не удачник. Он наш пиздюк, точно. Прости, братишка, не хотел. Мой пиздюк. Ну ладно, я думаю, он не расстроится. Но все равно, на всякий случай, его матери привет. У нас Свен 20 уровня. А я 16, пусть сосет. Я проживу дольше. А Сларк 25. Я 17. А я фидер от Бога. Я тоже. А еще я хороший саппорт. А Пульш фидер. Что, Рошана будем пидоросить? А будет вар какой-то? Я буду варда братишка. Они собираются мид пидоры. Вот тут, блядь, алло. Там буду, там буду я братишка. Как настоящий ося. Мы их мамку ебали. Вот так вот, босяцкий ласки. Сейчас будет замес. Я буду завидеть. Это одного спалил. Ух ты! Я живу! Блядь! Зачем ты так, братишка? Воу, какая связка! Вот точнее, какой будет пол. Да потому что, блин, меня Пуджик. Ненавижу Пуджа. И петуха ненавижу. Всех их ненавижу. Кушаем. Алло. Не, ну можно, конечно, всех не ходить. Братишки, братишки, я в вас верю. Давай, давай, заменяй ЦМ. Их мамки нас ждут, братишки. Давайте же их накажем. Мамок или их?
Да, всех накажем. Всех накажем, да. И тауэр накажем. Прыгай, братишка, живи. У меня лох хп. Братишка, ты король вообще. Хорошо съебал. Пушим бы, пожалуйста. А мы мамке Куджа привет передавали. Неоднократно. Пожалуйста, курьерчик, донеси мне мой босяцкий. Ривер, да? Давай немножечко. Ну давай, курочка, давай, давай. О, у меня теперь есть ривер. Тебе купить пиратку? Не. Прямо по первой внуке. Ну что, пора их пидорос. Оу, сколько. Офигеть. Он вообще мне сюда в удар снес. Что, Смэн, да? Смэн вообще может. Трындец. Все потому, что с вами VR не было. Я прям даже не знаю, мне кого первого морозить, Пуджа или уже Свена, короче. Свена, Свена. После того, как у него БКБ пройдет. Можешь написать Пуджу. Блять, сука, умник лучше, чем я, раз вижен. А вот это, сука, обидно было. Кто там чечетку выступивает? Я, братишка. Зачем? Сука, потому что стать хочу. Да ну не придами же. Прости, я хотел сказать. Мой мочевой пузырь жалуется. Очень сильно жалуется. Прям по-босяцки жаловается. Это лучше. Жаловается, что скоро, сука, прорвется. Ну, когда врываться, на кого? Я не знаю, я двоих свяжу или нет. Нет. Я не хочу на него идти. Сука, нет, нет, нет. Падла. Ёбаная ж ты, падла. О, вот это по-царски, по-босяцки. Чуть-чуть. Ёбаную курицу. Давайте, да пидорай. Ёбаную курицу. Хорошо. Распидорос, шлюшу, змееобразную, братишки, пожалуйста. Давай, Шлонарк, братишка, прыгай, прыгай, как никогда не прыгал. Так, я пытаюсь сейчас ее... Отвернись, брат, отвернись. Где она? Вот она. Понял. Я ее уже не догоню. Я задефаю топ. Тоже чем-то ебать жирным быть. Я очень быстро ебать.
кажется, живо. Я заберу. Все, уходим. Они все живы. Ты вообще мясорубка, понял? Кто? Блин, как он их перемалывает. Кто? Кто? Ты, Ускаром, такой прям пришел хрум-хрум-хрум. А может я в душе чипсы лью? Может ты в душе? Я в душе, короче. Такой вообще босяк. Сука. Всем босякам босяк. Сука. А еще я передаю мамкам привет. Знаешь почему? Почему? Потому что я могу. Because I can. Что вам предлагает идти? Я сейчас на секунду. Надо побраться. Сделать вот так. Хочу пока драться. Воу, какой Black Hole. Своих. Давайте на развороте. Добрый. Почему он мне через БКБ связал? Я вообще... Ебать, я тупо стою. Не связал, а... Че он сделал? Да серьезно. Заебись. Они сейчас еще и за мной пойдут. У них что, уже у всех тарапка? Нет. У Свена нету, у петуха нету. Ну эту карту слили. Блин, вообще жопа. Рекорд тут же, нам всю катку слился. Братишки, репорт Куджу, он, сука, всю катку нам сюда. В принципе, сейчас можем закомбэчить. Нет. Но почему? Они сильнее. А я их мамку ебал. Ну знаешь, этим ты не выиграешь. Чё ты так думаешь, братишка? А если у меня будет босяцкая тараска? Тогда еще можно что-то сделать, против, но против тараска. Свена надо что-то делать. Он слишком жирный у него. Угу. Нужен Heaven's Halibard. Кстати, да, алибарда нужна. И босяцкая против Куджа что-то нужно. Почему Хускар, сука, жалуется на Тараску? Он чё, охуел? Сука, я его мамку уебу, если будет так пиздить, сука. Блин, там Пуджа, я не хочу туда Пуджаить. Я Пуджа просто-напросто не убью. Да и я ему маловато урона наношу, сука. Ты ему половину хп выносишь. Это с прыжка, братишка, и то не половина, а 35%. Даже не знаю, выиграем мы или нет. Не, ну постараться, в принципе, можно. Я его убью. Ух.
делать такое, боже мой. Вообще не жирно. Сосай, сучка. Все, беги, Лола, беги. Да я-то по-любому беги. Блин, у него БКБ это печально. Угу. У него БКБ уже очень давно. А у него МКБ есть, я не заметил? Нету, я у него МКБ. Нету. Я могу с ним потратить. А у него подожди, а у него... Фераса, сабля, Дейдаус, Доминатор. Там прикол, что я ему уже хоть что-то делаю. Сейчас у меня будет Санджи, а потом Талисман, и все. Я смогу свое наделать Фидор. Тем, кем он является. Знаете почему? Потому что я там где был. Вы правильно догадались, братиш? Да. Сука, мой мочевой пузырь все больше и больше жалуется. Он говорит, сука, 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 выпусти меня, выпусти. Я сам дойду, сука. Я ему говорю, ишь, сука, самостоятельный нашелся. Нет, братишка, живи, живи, сука, сука, почему ты сдох, сука? Зачем ты сдох, братишка? Дубоёб, куса. Я в чем-то с ним согласен. Почему он бы бэкался вообще? Я не понимаю, я смог бы отдать свое. Может, потому что он в душе удар. Сука. Может быть. Блин, вот как я этого петуха ненавижу, реально. Плюнь ему в ебальник. Может, он этот любитель, как его там. Женского доминирования. По красоте, конечно. Еле ушла вообще. Готовый. Медуз к сверху. Медузк. Медузку я сейчас попробую пойду убить. Я такой медуза, она такая что? Мне говорят, твою мамку ебал. Воу, серьезно? Нет, братишка, живи, пожалуйста, живи. Они все под. Зачем? Проиграли эту карту. Сука, ебаная шкура. Я не понимаю, зачем ты влетел в Bloodmail? Я не знаю, это автоатака, братишка. Ульта, автоатака. Нет, ульту я случайно прожал, это я лоб, короче. Ну чё, сейчас сладко дефает он, братишка. Он тэпается на Т3, если нужно ульту дефать. Окей. Он просто, короче, похуй. Наши шансы пошли по пизде. Все из-за того, что я хотел не буду убить. Жадно. Минус Сларка, нет, нихуя, сука. Он еще жив, пидорос. Может, Сларк немножко дефает? Отдефай, пожалуйста, крипов, быстрее. Сейчас бегу, братишка. Бегу, бегу, сука, бегу. Катапульта, катапульта бей.
Зря ты это сделал, зря ты прыгнул. Хорошо! Да, все в одного. Сука, я хочу талисман. Сука, нет. Кидорасы. Сука, сука. Сейчас будет тяжко. Угадайте, какой пидорас взял? Лучше. Правильно? Луч? Нет, луч? Помник. Помник? Лучше. Я именно хуже взял. Я только что Омника чекал, у него не вообще-то было. Вообще-то Омник уничтожает Аегис. Он даже не взял, он уничтожил его. Ебать он, сука, пидорас. Сука, 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 сука. Да блин! Я его даже не убью. Хорошо! Какой хороший гладной. Засейв, ну, в смысле это. Ну ты поняла, это. БКБ. БКБ, да. Просто хорошая БКБ. Ёбаная курица. Сука. И душара ебаный. Сука. Сука. А вы чё зырите, крипы ебаные? Капец, у него 6 кхп. Просто чтобы его убить, мне понадобится 2 БКП. Просто в наглую пушит. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. А чё по критам? Медуза пушит. Я дефаю. Серьезно, просто зашла, спушила. Я дефаю, ребята. Сука. А ну пошли нахуй. ГГ. Сука. Рекорд пуджет, сука, отпустил. Норм, норм. Причем мы еще и выигрывали, как и вам. Покидайте. Опа, басяцкий подгончик. Это за все. Опа, опа, опа. Так, я быриком парашу, сейчас вернусь, братишка. Ой, по-братски. Интересный пацан, да? Вообще трындец. Вообще, блин, ну как так можно было? Тяжелая карта. Там пуш. Пуш умеет играть, у нас Сларк не умеет играть, у нас Энигма. Энигма умеет, кстати, играть. Энигма хорошая блокпол выдавал. Отличная. Ты хорошая. Пункты давала. 13-13-20. У меня 13 раз меня сдохли вообще. У меня 8-9-30. У Энигмы только больше ассистов, чем у меня. Ну, Энигма вообще выдавала ульту на красоту, надо прям. Ему уже нельзя, да, короче? Надо натыркать, спасибо. Нет. А он тоже сделал рампагу на Матре. Шальная императрица вернулась. Шальная императрица вернулась. Слушайте, дайте я тоже пойду это водички хоть налью, промочить горлышко. Хорошо, я пойду себе кофейку пока сделаю. Ебавы, сука, охуели. До этого не могли сделать, пока я не пришел. Сука, сука, сука. Я в обидках, короче. Пойду тоже себе наберу водички.
А я тут. Ян? Ян? Все, братишки, я снова с вами. Ага. А, Вик. Ты одна живешь? Да. Мне показалось, или ты с кем-то разговаривала? Нет, это у меня окно открытое просто, настиж. Поэтому там... А на каком ты этаже живешь? На восьмом, но у меня прям тут все коробками и... У меня прям, понимаешь, у меня под окнами, короче говоря, кафешка. А там вечерами каждый раз собирается народ, который там их из кафешки уже выгоняют, они сидят, песни поют, короче говоря. Так что Типа гуляй, шальная императрица. Вот, да, как наша императрица там. Куда он ушел? Не знаю, куда делся. Сейчас пойду себе залью кофе. Давай. Шальная императрица. Ну-ка, дайте чем-нибудь хоть включу, как это хоть песня звучит. Шальная императрица. Вереницы навевают на нее теперь. Я вернулся. Сердце просит. А где я? Где? В пизде, блядь. Я так не понял. Начинаю поиск. Шальная императрица вернулась, да? Шальная императрица. Гуляй, шальная императрица. Нифига себе, вот тут музыкальные ребята какие. Так я ж тебе говорю, что я люблю хач. Серьезно, что ли? Ну, скажите, вы музыкалку заканчивали? Отец я не заканчивал, это мое хобби. Пиво допили, доели раков, карты играли. Не, мне больше нравится песня. Мне больше нравится песня. Слушай, мне больше нравится песня. Сейчас. Я на мое сердце. Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журавль в руках, как клинок в ножнах, иметь дочурку и сына к 30 примерно, и быть не просто отцом, а быть примером. Как-то так. Вообще, огонь. Брат, Вообще, от души. От души, душевно в душу, брат. Из души в душу. Пьяному Йосе вдруг стало очень скучно в золоте. Блин, мне еще одна песня нравится. Кстати, тот же самый Элан, ты же слышала песню про Далма? Я допою, да, мудила, конечно. Ты сраный. Чего меня оскорбляешь? Надел свою от Гуччи пьяной рукою, завел он Бентли Каматор. Ой. А он поехал в гости к одной еретичке и своим кадилом махнул по привычке. После ночи вместе она католичка. Кстати, Ян. Да. Ян, сыграй Рафаэлку, пожалуйста. Ищи, брат, ком дали пианино. Так, блин, ладно. Окей. Да поздно уже. Да и что? А соседи не нормально? Так вот, это... Я Дзиман, я соседи и жил нахуй. Слышите, ребят. Это немножечко песня о том, на ком я сейчас буду играть. Сейчас. Чего это песня о том, что... Ты за Дазли будешь играть? Останется Керри, ему достанутся лавры, а тот, кто умирал первым, ему... Ничего и не надо, ему лишь бы варды поставить, захилить мекой потом.
закрыл собою все раны, но или может... Фу, у меня дыхалки не хватает. Ну или может... Ну, у тебя неплохо получается, слышишь? Да. Спасибо. Тебе не хватает, знаешь, чего? Чего? Бутылку пивасика и... Толика. Братан, ты считаешь мои мысли, слышишь? Ветер плачет за окном. Тихой болью. Слушай, а у нас рассинхронки с тобой нет? Слышь? А? У нас с тобой рассинхронки нету? Ну, когда мы... Рассинхронка, рассинхронка. Есть? Ну, рассинхронизируется. Задержка 1.5 секунды. Полсекунды. Все, там полторы-то, да. Ну смотри, полсекунды в твою, пол в мою, и еще где-то секунда проебывается. Че, кто кем будет играть? Я не знаю. А че это за герой, которого выбрал этот? Кент? Виллиант. Кент. Кентавр. Тяжелый герой, я не знаю сейчас даже кого против. А я Хускара хочу. Ты хочешь Хускара, да? Да. Азазаз. Или, ну, или давай Вич Доктора. Не-не-не-не-не-не-не. Хускара, бери и пошли наверх. Пошли наверх. С тобой. А я что буду брать? А, блин, точно. Иди, иди. Ладно, все, короче, идите. Я тогда возьму легионку и буду в лесу фармить. О. Да, ты Хускаром соло будешь фармить на... Братишка, а почему ты в мид пошел? Ну, потому что у нас мидера нет. Они в пати. А я затащу мид. Ты точно один пойдешь на этом? На мид. Дазлом на мид, да, саппортом. Ну, значит, ты ЦМ-ку уже на миду тащил, так что да. Ну, как бы да. Ян знает, что я... Что да. ЦМ-ка мой любимый герой. Да ты чё? У кого там чаёк или кофеёк? Кофеёк у меня. Выпьем за любовь, да? Только рюмка водки на столе. Рюмка чая. Ветер плачет за окном. Тихо болью. Видишь, сбивается. Ну, ты... Отзываются во мне. Этой молодой. Вообще-то разрывается во мне ветер молодой луны. Отзываются во мне этой молодой луны крики. Крики. Точно. Ладно, хорошо. Слушай, они взяли шейкера. Пати шейкер, мейкер. Шейкер, патимейкер. Ну, сейчас патимейкер. We just wanna see that. Шейкер. Блин, вы меня сейчас, точнее Ян меня сейчас подсадил, я хочу петь. Ну и чё? You meet me at the hotel window. Ой. You can bring your girlfriend and meet me at the hotel window. Bring your girlfriend and meet me at the hotel window. Чё это они долго играют? Я не думаю. Ой. Купола будут кидать нам золотые. Золотые купола. Узнаю радуюсь. Вот, 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 вот. Там будет шейкер. А только синие они. И не крапа золота. Золотые купола на грудь не наколоты. Давай пикай. Пика, пика. Пика, пика, пика. Пикачу. Блин, пила. Вот это у них пик трындец. Ой, пила. Что мы будем с ними делать? А знаете, что я сейчас спою? Сейчас. Мне нужно именно настроить именно такой милый голос сейчас. По карнизам от судьбы я уходил, и в трамваях, не стесняясь, лез в карманы. Меня батя на это благословил, и на 8 лет я еду штопать раны. Вот это поворот. А вы уверены, что я соло хард выстою? Выстоишь, только стой на этом, на экспе. Ну, если тебе мешать фармить не буду, то стою.
выстоять, хоть одет не по погоде, я сам решил, пусть тролики уже не ходят, выстоять. Е-е-е-е. Е-е-е-е. Ты чё, на верхнюю рынку идём? Ты хочешь сказать, что мы в фулпати? Все о том же. Блять, блять, сука, сука, пидоросы. Их тут дохуя, сука, сука. Могу максимум плюнуть вот так. Чтоб сука не выебывалась. Пидорос. Джаггернаут, братик. Сгутка, стоя в харде, сложная линия, значит нужно потерпеть, не ласхитить крипов. Это ничего не значит, ведь его задача вовремя давать boys and touch. Дазл всегда наготове, надо ли вторить тому, кто вытаскивал немало историй, вряд ли кто вспомнит. 4 керри в команде, ты даже не удивлен. У них 5 керри в команде, по сути. Вот что значит без варда. Трындец. Ой. Чуть не убил. Вообще трындец. Вообще он не по-пацански. Не по-братски, братья. Не по-братски, да. Вот. Вард мне принеси. Брат, жизнь вообще говно, короче. Трындец. Чуть-чуть ФП не сделал на мне. Кентавр, короче, гандон. Сука, чтобы его мне чего было хавать. Перехуели. Тиндермис. Пошел за руной. It's going down. I'm getting timber. You better move. You better dance. Let's make it night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Ух ты! А какой-то руна инвиза забыла. Не могу понять, это мне подпевают или у меня просто двое в ушах. Потому что я фраер охуевший. Окей, парень чуть из ботов играет. То есть через клавиатуру ему уже не идет. Вот извращение, сука. Ух. Как хорошо мне сбил. Вообще красавчик. Давай передадим привет его, ман. Да серьезно, почему именно по мне товар бьет? Не знаю. Я жду, когда они начнут быковать на меня. Я пнул курочку. По-братски, братишка. От души душевно в душу. Угу. Шейкер тут ходит. Шейки, шейки. Пати мейки. Тинкер мисс. Ой, фу, блин, Тимберсон мисс.
махает своими клешнями. За рунами постоянно ходит, потный какой-то. Ой-ой-ой, даже так. Нифига себе, у него уже шестой. У меня еще нет. У меня скоро будет шестой. Но я что-то не сильно хочу на них быковать. А что заберем веном? Я бы не против, если бы на меня гангали. Ну, вернее, если бы мне помогали. Да, серьезно. Сука, гори, гори, три, давай, давай, четыре, три, два, пожалуйста, пожалуйста, догори, догори, догори. Хорош! Get back, motherfucker, yeah, you know me like that! Get back, motherfucker, you know me like that! С тобой все нормально? Уже нормально, брат, я там успокоился. Видишь, брат, главный душевный покой. Нет, на месте. Я Б. Главное, чтобы не Мэ. Так и да. Я предупреждал. Что, ты в таверну идешь? Угу. Я предупреждал. Это Тимберсау. Он типа по меня идет? Нет, нет, он только что сделал даблкил внизу. О, гори, сучка. Чё там думаешь, что я от этого хуже буду себя чувствовать? It's going down. I'm getting to burn. You better move. You better dance. It's making me nervous. Ебать, у неё уже критулечки есть. Это босяк. Что-то у нас босяки по меду творят. Брат, это камень твой огород. Сука, 5 секунд меня не было, они так пропушили мне вышку. Ебать, я их рот топтал. Тимберсо больно бьет. У него уже восьмой. Ой-ой-ой, у тебя там проблемки, да? У меня немножко. Да при чем тут ты? Я за легион. Ой, я далеко, ой, далеко. Ага, тут. А, да. Они что-то прям вдвоем с этим что ли играют? Козлы вообще. Давай я их рот затопчу. Угу. Пока они нас что-то это. Имеют вообще дыхательные. Таки да. Тимберсал.
Это что, три убийства я сделал? Ебать. Какого хрена, братья? А Джаггернаут типа сапог? Или просто сапог? Ну просто сапог, сапог. В принципе, мог бы сейчас легионку забить нахуй. Будет тяжко. Нет, сука! Братушки, а где миссинг там? Дай минуту. Ты серьезно, кой? Берсом. Блин, надо его попытаться убить. Давай я подлечу. Добрый вечер. Ну чё, они в пати играют. Сука, если добегу от... Серьезно. Он только на лоу ХП кидает. Упал. Не лезь. Уходи оттуда. Просто уходи. Тебя шейкер только что спас. Думаешь, он бы меня забил? Да. Не думаю, я знаю. Самой братишку. Я хочу Марту попробовать убить. Я как за неху, чувак, она пустая. Пока у нее нет БФ-ки, ей надо захуярить. Пожалуйста, захуярь ее за меня. Вообще так, по-босяцку, вот так вот. Я понял. Прыгнула на крипа. Фью. О, ускорение. Ладно, я себе заберу. Ой, мне пизда, братья. Ой, зачем ты туда пошел? Я не понимаю. Вообще. Я не знаю, я думал, там одна легионка, сука. Легионка? Может, пока? Е! Вот так вот. Ты понял. Блин, почему крест не повесился? А, я ее убью. Нет. Да. О, босяк вообще, босяк. Вот так вот. Выполняю. Молодец, Синчик. Побосяцки. Сюда, шлюхи. Thank you. Чё я чую, что типичный здесь рядом. Я жду крипов, я не хочу драться без крипов. Вот так поинтереснее будет. Так я хоть фармлю. Можно насист, ребят. Дуэль, вот так вот. Вот по босятке вообще, братья.
Тебе Тимбер идет. It's going down. I'm getting timber. Вам Тимбер идет. А я его ебал. Написал. You better move. You better dance. It's making me hard. Уверен, что он к нам идет? Да. Он только что туда пошел. Я думаю, пока под вардом я его случае чего увижу. Ты. Ну почти. Воу, не-не-не, я не хочу. Да отстань от меня, боже мой. Серьёзно? Я въёбаю, я въёбаю! Бесло просто ходит, разрывает. Ну какого там уже? 11-го, офигеть. Ребят, надо наверху войду наказать. Я думаю, что мне купить? Братишки, надо по-босяцки вообще врываться. Думаешь, поможет, сука? Блядь, ёбаный купол. Пожалуйста. Заканчивай. Ой, хорошо. Если я успею. Блин, не добили его. Понятно. О, Тимбер это долбанный. Серьезно. Шейкер еще прошел. Джаггер, о! Прыжочек вообще босяцкий, только в пизду. В пизду такие прыжки. Заебись, врыв от бога. А босяцкие так подтянулись. Блин, хорошие. Чё застал, сука? Где варды? Кто там у нас на миду? Войдец. Он без хроносферы. Нужно попробовать скушать. Я понял. Я пока стою. Кентава. На привет. Сука, я ульт проебал. Убиваем. На, сука. Тимберсоп одни минус армором. Что за станы, боже мой? На босяцкую дуэль. А, блядь, в дуэли. Просто если б не было стана, я бы тебе помог, мы убили бы его. Блядь. Сокернаут восьмого. Я одиннадцатого, ребята, какого хуя он восьмого? Кстати, я еще и баллов-то больше, чем у тебя. Не, ну я-то не против ни в коем случае. Вообще. Не, я пока не буду врываться. И не надо. Я, в принципе, войда могу отпиздить. Я иду. Дерись, дерись до конца. Просто до конца. Пиздяч, войда. Уходи. Просто уходи. Сука! К
клинок. Хорошо. Портра застанена. Давай. Вот, дуэль. Хорошо. Басятка. Хорошая дуэль. Сука! Ёбаный урод сбил дуэль. Сейчас бы отпиздить всех. Что это сейчас было, блядь? Что это, блядь, было? У меня маны нет. А, есть. Хоть бы добежать, хоть бы добежать, или... Хорошо. Ладно. Минус. Тоже сойдет. Куля так далеко. Сейчас. Смотрите. Будем. Хорошо. Будем. Хорошо, давайте пушить. Я отойду. У меня маны нет вообще. Хорошо. Вот сейчас хорошо подрались, действительно. Угу. Дуэли сбили. Таки да. А у тебя сколько дуэли? 20. Нормально. Сука, он бэк. Блядь. Да они, конечно, вдвоем помогают. Сука, я дождусь Гейдалуса, я дождусь. Мне кажется, ли Тимбер вообще охуевший. Тимбер, да. Он слишком бедный. Он же танк. Нет, да, он танк. Блин, если бы я его достал, байда. Он ушел. Я не ожидал, что Тимбер будет в миду. Реально не ожидал. Я не ожидал, что он будет нормально играть. Да нет, в принципе, там за него несложно играть. Несложно? Я на только хускар умею. Одна кнопка. Ух ты! У них варды стоят. Добрый вечер. Добрый вечер мне. Выживешь. Ну, выживешь, вернее. Но. Блядь, и ровно в конец. Ух, хорошо. У меня байбека нет. У меня, в принципе, есть. Ну, сколько? Что шаман что делает? Что делает Джаггернаут? Ты как Хускар, собери пайпу. А, Блейдмейл? Нет, пайпу. Кто? Пайпа. Чё это такое? Вот это вот хрень, смотри. Увидел? Да, Path of Instinct. Сука, хеддресс. Очень хорошо против Тимбера помогает. У него все магические скиллы. Серьезно. Попробуем. Тимбер, а ты сюда подойти не хочешь? Шейкер, вырывай. Ну,
хоть бы ворвался, я не знаю. Бля, надо срочно пропушить, братишки. Это не дело. Нам хорошо подраться надо, чтобы пропушить. Трындец меня вообще убивает. Живи, братишка, живи. Я не выживу. Зато я их заберу, сука, все, блядь, до конца. До конца, сука, до конца. Я даже не знаю, куда я бью, но я бью. Не, красавчик. Тут ты хорошо сработал. Инициатор от сапога. Сука, недостаточно золота. Ну ладно, я пушу. Пуш. Мне похуй. Я пушу. It's going down. В душе я пушер. Чуть-чуть рахло. До конца идите. И аути. У них троих нету, можно еще один товар подхарасить. Может, мы этого пидорса захарасим? Да нет, главное, чтобы этот змейки поставил. И кто-то потанковал. Ну я немножко. Воу. Сила. Ебать! Сука! 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 Змейку он контролить не умеет, я понял. Вот сейчас обидно было. Мартрам. Интересно, Мартрух соло заберу? 15. На максимум прокачана пассивка, я хз, если честно. Можно попробовать. Угу. Может, ты прыгнешь, Марка? Я не хочу отдадим. Ну как-то мы много отдаем. Я подумал, это иду. Их трое. Вон еще один пидорос. Просто четверо на одного дазла. Окей. Мне надо какую-то линию посплитить, пока вы будете драться, хотя вы драться без меня не можете. К сожалению. Сейчас бы каскет. Что вы делаете? Не дерись! Хоть... Ты не уйдешь даже. Эх. Окей. Я так надеялся, что, сука, предсказание не сбудется. Ну, это пиздец. Репорт Тимбер, он, сука, нам всю игру слил. Угу. Пидор, его манку ебал. Мы должны от депо драться. Угу. И не дать пидору собирать на второй аганим. Аганим? На второй чакрам. Аганимса.
уже не получится. Если бы у нас шаман не тырил. 5-7-5 играет, конечно. У меня это 8 ассистов. 9-11-6. 13, прикиньте. Я еще варды ставил и куру апала. Куда он пошел? Куда он пошел? Камикадзе. Шахид. Один аллахит и бабах. Сейчас они за рожку сходят еще. Они уже пошли на Рошана. Я могу спокойно пофармить. Яка там сука тыкает? Зачем мы все стягиваемся на один вайн? Ну потому что мы дрыщи. Мы как хачи можем пиздить врагов только стайками. А без стайки мы никто, короче. Без меня вы никто. Потому что это действительно хороший типа саппорт. Слушай, не сыпь соль на яйца. Так суп боль. Воу. Мамка ё. А вот это я не ожидал. Это, конечно, больно. Что именно, брат? Я умираю. Где? Вот. Зачем ты туда пошел, братишка? Хотел посплитпушить, а они все на ТП прилетели. Конечно. У Тимберсо даже ботинка нет. А зачем он ему? Зато их ты дал, сука. Пока был. Нахуй ты тут тыкаешь, сука. Пачко себе потыкай, сука. Шэдоу Шаман. Рак ты ебаный. Мамке привет. А нет, это работа Джаггернаута. Видишь, ты даже свою работу выполнить не можешь, сука. Грачина ебаная. Меня нет, зачем вы деретесь? Чё-то дело пахнет писюнами. О, ну ещё это тоже. О, хорошо. Под дуэль получила. Ой-ой-ой, если ты выживешь, я не знаю, что... А, ты не выжил. Блин. Ну я старался. Давай, а давай, чуть-чуть. Одинайлся. Маха. Дайте ей пизды, ей некому прыгать. Дуэльку, 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 дуэльку. Блядь. Сука, это не по-братски вообще. Мы должны на ХГ драться. Постоянно. Ну, не считая потери меня, все-таки довольно неплохо произошло. Все очень плохо. Мы убили такого махру. И то в конце замеса. Без проблем. Мне немного не хватает до супермедальки. Кишке лучше отдыхай. Угу. Пуль ты тыкаешь, сука, в очко себе потыкай. Оранжевенький. Блин, я в принципе в соло-шейкера разъебу, но... Там Тимберсо. Тебя остальные отпидорят. А знаешь почему?
Почему? Потому что мы дрыщи. Нам надо вместе. Мы по армору намного лучше. Вернее, я. Ну молодец, заебись. Давай теперь помолимся Аллаху в честь этого. Суть. Помогло. Нет, хуя, знаешь почему. Потому что Хускар не верит в Аллаха. Потому что он пиздил. Куда я иду? Куда я иду? Нахуй я иду. Зачем я иду? Куда ты тыкаешь, сука? Я в панике, сука. Зачем ты тыкаешь? Я боюсь тыкать. Сука, я тоже могу тыкнуть. На, сука. На, сука. Месть, и мстя моя жестокая. Потыкал, сука, а теперь в очко себе потыкай, пидорас. Ой-ой-ой, как же отлично. А кто-то не ушел. Не поможет, сука. До свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Я твой рот ебал, сука. Мамке привет. Ёбище. Мы ему заряды с бустоуна сносим. Ну хоть бы вард поставил. Пошли вдвоем протолкаем. Пошли, бро. Там тиммера нет. Вдвоем мы можем. Я просто на тебя кину крест и... А я их буду пидорать. Псу. Да. Во всю силу. Ага. Смотри, идет. Давай, 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 до конца. Хрестик, вот так вот. Сюда, шлюха. Хорошо. Да верну, блядь. Да я, это я. На, блядь, сосать, сосать. Следующий. Я понял, отходим назад. Все, и будете сосать. Сосали, сосете, и будете сосать. Вот сейчас, если будет этот пидорас, то будет больно. It's going down, so будет больно. Бей крипов. Может, туда я. Ой, я крипов. О, нам пиздец. Блядь, если еще аганим соберу, минус 65% цели. Вот так вот. Я вам покажу, что такое тимбер. Ты пайпу собрал? Да. Так, а что ты ее не прожал, когда она... Юзал я ее. Не тогда, мы туда... Либо... Жопа. Нормально же общались, что ты такая хочешь от человека. Я понял, нам мека еще нужна. Моего mm-hmm. хила не хватает конкретно. Mm-hmm. Если еще Shadow Shaman соберет, вообще будет помочь. Не, меку ему вообще не надо. Если я собрал меку, то ему не надо. А типа две меки не стакаются? Mm-hmm. Нет. Сука, я их мам ебал. Вернее, пассивки от них не стакаются. Да нахуй там пассивки, главное, чтобы они регенерили. Сука, сука. Мы замесы выигрываем без проблем. Нам главное выиграть замес, пойти попробовать скушать. Главное, чтобы байбеки были. Потому что у них-то есть. Мне походу. Блять, как чехнуть. Ой-ой-ой, что ж ты делаешь? Живи, пожалуйста. Да конечно, тут. Живёт. Ну я так и думал, что они вот тут вот стоят. Вард же никто не хочет поставить. Хорошо. Сосать, щенок. Пушим. Минута целая есть, да. Я сам деф этим. Чё, сам убить или чё? Дефай. А, ладно, ладно, ладно. It's okay. У меня ульта есть. Сейчас купол будет. Отойдём. Если успею, будет хорошо. Пир. Ой, пиздашь тебе войдет, братишка. Неа.
Он что, выживет? Купол у меня. Почему? Потому. Двое пидорасов. Сука, сука, пидорасы, пидорасы, пидорасы. Осторожно, везде пидорасы. Викусь, чё ты жрёшь? Чё ты ржёшь? Нам же всем пизда, если мы их не взяли. Серьёзно? Сук. Ну я же старался. Да я не за это. Кент собирает стадии. Может, потому что он, сука, тупой. Может, пора войдеться, нагнуть, сука, а то он пидорас хуевший. Ну, Тром, чуешь, что этот писюн собирается, мы можем подраться, но Вайда купол, наверное, уже открылся. Тимберсо! Ну, блин! Серьезно. Свяжет или нет? Ой-ой-ой-ой! Делаешь, да? Блять, каким хуем? Мы просто все проебали. Блять. 800 урона стычки, 200 мьёлнир, 150. Какая-то хуйня. Шейкер атака. И мортра. 500 с яром. Заебись. Да. 1500, 377. Заебись. Янчик подросток. У меня еще 40 секунд. Нет, они за это время скушат три стороны. Пожалуйста, Тимбер, Войд и все остальные, ходите по пицце. Еще и Т4 скушат. Все. Уже скучно. Тупо фрон. Тут. Даже с третьей стороны не пушит. Хотя нет, двое пушит. Нет смысла что-то делать. Ебать, 1300 пуля. Заебись. Да он вообще... Ну да. Уже, короче, без шансов. Мы пытались пробить. Вообще. Ничего. Чагер сделал свою работу. Он их мамок ебал. То есть вот чем мы проиграли, короче. Пока мы там сражались, он... Мы выиграли. Результаты матча пока неизвестны. Нави, Дэнди, мы все проебали. Какие результаты матча? Нихуя не понял. Су. Будете еще играть? Конечно, буду. Да. Я перезайду. Давай, братишка. Давай, возвращайся. Возвращайся. Оправданий не готов. Возвращайся. Будем кушать с тобой плов. Очень вкусный. Из узбекской шаурма. Нет собака. И лавашикам. Храня. Вообще. Будем кушать. Будем кушать все подряд.
даже гречку. И овсянку твою мать. Слушай, Рен, как у вас хорошо получается. Макарошки. И, конечно же, пловец. И хлебушкам закусывать, пиздец. Нет, ты, брат, тут не проебал немножко. Ну что, давай заново. Вика, брат, а ты почему не подпеваешь? Не хочу петь. Почему, брат? Не знаю. Мне кажется, мне дед в детстве медведь на ухо наступил. Я петь не умею. Я только танцевать. А теперь вопрос, каким хуем ты звуки издаешь, если тебе... И он же тебе не на глотку, не на голосовые связки наступил, брат. На ухо, да? Вот я был бы удивлен, если бы он нахуй наступил. Вот это было бы печально. Кто наступил? Привет, Таиланд. На что наступил? На нахуй наступил, короче. Кто? А никто уже. Кто наступил? А никто не наступил. Ну наступили, но не больно. Все нормально. А тебе нахуй наступили? Нет, нет, брат, тут другая фишка. Ты ее слегка пропустил. Да. Может, ты мне расскажешь, слышишь? Ну, короче, говорит мне брат, я не пою, потому что мне медведь на ухо наступил. Я говорю, он тебе не на голосовые связки наступил. Или на что, тебе нахуй наступил, что ты петь не можешь? Как пацан не может петь? Ты серьезно? Ты не понял, брат. Я петь могу, она не может, брат. Брат не может, брат. Брат, ты почему петь не умеешь? Да, брат. Не знаю, как-то слушай, не умею. А твоя любимая песня, Вика? У меня нет любимых песен. Ну, а которую ты знаешь? Я никакую песню так вот прям не знаю. Я все равно слышу в основном иностранные группы, а в иностранных группах там все равно много слов непонятно. Одинокий месяц, он звезда. Не, брат, не то, давай так. Букет из белых роз. Не-не-не, стоп. Я сейчас хочу именно просто спеть. Пригласи меня, пожалуйста. Ща, брат. Одинокий месяц, он звездой не станет, что же расстоять... Что же расстояние совершило с нами? Где ты, я не знаю, время все подскажет. Одинокий месяц, он звездой не станет. Как-то так. Хорошо. Мы клеим белые обои отсюда и посюда. Красим нас красный, на стройке красный, трое. То мы откуда? Нет. На полу матрас и в чайничке борщик стынет. Заработаю кучу денег и куплю мобильник. Мобильник. Бля, от души, брат. Вообще, да. От души, душевно. В душ. Спасибо, братья. Вах, вах, вах. И тут я вступаю. Она легка, как ветер. Сейчас я просто обязан найти эту песенку. Сейчас я не уверен, конечно, включится или нет. Ну сейчас, братья. Вот она, привычная клетка блокнота. Пляшет ноты в плеере, недоступен сотовый. Распускаются магнолии, они же вянут. Стою рот разинут, а все идут мимо. У всех, наверное, планы, курортные программы, курортные романы, детективы, мелодрамы. Загоревшие тела, сгоревшие плечи. Домашнее кино, карты, нарды, домино, шорты клетчатые. Клён белые, панамы, музыка на побережье, мамбо, итальяно.
я почти угадал. Эй, мамбо, мамбо, Италия. На фоне лазури. И солнце южное. Глаза, глаза мне сквозь очки щурят. И меня не парят даже магнитные бури. И то, что за горами горизонта видно, не будет. Еще одна вершина, еще одна победа. Алло, брат, один... слышно музыку? Неизвестно. А? Вообще. Брат, слышно музыку? Нет. Нет. Сука, как же мне ее включить, брат? Через компьютер мне никак. Короче, я тебе сейчас скину. Горизонт я никогда не видел, моря. А там на небе только о том и говорят. Какие там рассветы? Какой закат? Брат, сейчас включи в колонках, если можешь, вот эту песенку. Я не могу. Почему? Ну, потому что как бы я в досе. Хорошо, брат, Вика, как... Короче, добавь меня в друзьях. А, ладно. Ну, пошли играть. Мы, кстати, ладно. Две подряд рейтинговые игры слили, так что надо, короче, там всех отмотать. Кстати, если что, это я через телефон включил, а не на колонках. О, кстати, через телефон тема. Брат, ты как... Найди его у меня в друзьях, Ян Ильченко. Ща. Там такой дикий басяк на авке. Блин, какую бы песню еще спеть? Дота Елена. Тори Шепард. Елена. Дота Елена. Давай отправляй что-то. Дота Елена. Дота Елена. Дота Елена. Дота Елена. Брат, а ты редкий задрот. Кто? Я? Ты, брат. Чё я редкий задрот? Но клинки охуенные, брат. Тебя люблю, моя дорогая. Какие? Такая статуэтка, короче, охуенная. Отвечаю, а клинок на руке вообще такой, клинок рука вообще. Ауф. Брат, это брат. Ауф. Я вижу косплей, брат. Ауф, брат. Что-то мне напоминает, но не помню, сука. Что. Что, брат? Ауф, брат. Ауф, брат. Так-то лучше. Это что такое? Ну, отправляй музычку-то. А, брат, точно, я думаю, что пока я... Санчес... О, Санчес загрузился, слушай. Чё. Одинокий. Сообщение. Давайте сообщение, я сказал. Запрещайте, короче, там всех. Давайте алхимика запретим. Я знаю, на ком хочу сыграть. На алхимике? Дадите мне пару танго. Дадим, конечно. Пару танго, дай мне пару танго. Я затащу... Тим Уокер, Свен, Тимберсау, Антимаг запрещен. Все, играем, короче. Норм играем. Без этого. Норм играем? Да. Без Тимберсау этого. Вот, брат. Ты отправил, да? А, включай. Вах. Вах. О! Норм? Да. Теперь слушаем ты. Я опять саппорт? Да. Ты опять саппорт, да? Такие разные, хоть если нечто похоже, когда встаю предо мной, выбор доводит от дрожи. Я Хушкар? Не-не-не, Хушкар не зайдёт. Давай, я вещь доктора возьму. Всё, всё, кто меня жирным дебилом назвал? Я беру вещь доктора. Сука. Скинешь мне потом эту песню? Конечно, блядь. Я... В глазах тоска застыла, от руки нахлынула сила, пульсра играть на красиво. А теперь можно я спою? Иди соло хард, слышь? Вич доктором? Да. Вич доктором иди соло хард. Ты
ты уверен, что если тебе копаешься, да, все что, играет ладно. Все, братишка, сделай чуть-чуть, я там на ухо отдаю. Реально. Я покупаю кур. У меня же залагало. Давай, брат. У меня залагало. Подождите меня. Как же нехуй, брат. У меня вылетело, да? Сейчас 5 секунд, короче, брат вылетел, отвечаю. Сет. Куч, брат, отвечаю. Выключи музыку, пожалуйста. Летава керри забрать, нам не поделать, пуф инвокером слюни пускать. И тоже не пой, брат, пожалуйста. Ладно, брат, подключайся, брат. Имба. Сейчас ты спрашиваешь, чего ты хочешь. Я хочу Кинсферу. Хочу блинк на первом. Хочу Лину сверху. Хочу пик на нерва. Чтобы мама не слопала тенце. Чтобы не мешала тебе. Брат, хер, это так хорош, сейчас я сделаю тише, а то. Кто то ты играешь? Тут тебя ни хера не слышно, то ты в микрофон плюешь, заебал. И мне никуда не деться. Нет, никуда не деться моему наушнику, поэтому ори меньше. Потому что я имба, и я иду на мид. Мне похуй, кто там мои чопар. Относи морду от микрофона, реально больно в ухо. Под ФБ, на ТП, под эффектом от ДД. Убивай, под Т2, дота будто бы в 3D. А я имба, и я иду на... Пусть страдает второе ухо, короче. Мне похуй, кто там мои чофами, под ФБ, на ТП, под эффектом от ДД, убиваю под Т2, дота будто бы в 3D. Она меня жаловалась, что я пою, вообще не по-братски. И это все? Все, чего ты хочешь? Нет. А я бы мог... Я хочу видеть мапу. Хочу твою мапу. Кем снайтом задать всем жан. Хочу рака в баны. Хочу скальп Обамы. Чтобы мама не слопала тенце, чтобы не мешал отец мне. В доту я играю с детства, и мне никуда не деться. Переподключайся быстрее. Ты переподключайся. Сейчас пару танго дадите мне? Да. Пизда. Ладно, прости. Меня не специально вырвало. Брат, ты меня простишь? Ничего. Кстати, вы тогда выиграли игру, Вик? Да. Чего выиграли? Да. Я что-то тогда вылетел вообще из-за того, что мне Коля написал, типа, пошли в скайп. Я говорю, у меня лагает. Типа, я не могу. Да ладно, что ты гонишь? Типа, нормально все будет. Давай в скайп. Да, короче, включил скайп, опа, вылетел. А я переподключиться не могу. Брат, ты где? Да иду я, иду. Короче, ты там подойдешь ко мне? Не, стой, я уже возродил. Ну, точнее, не возродился. На фонтане. Фантомка, 5 секунд. Блядь. 2 танга. Пожалуйста, быстрее. Блядь. Нормально? Забери. Нет! Забери. А, точно, да. Вот так вот сейчас. Нормально? Да. А кто мне? Тори. Угу. Тори, брат, по-братски, конечно. А я бы мог всех послать. Окей. Мне будет тяжело теперь. Меня не подождали. Мы ждали сколько смогли. Да, я понял, но... Все, мне пизда немножечко. Меня тинкер уже выебет. Постарайся его выеб. Я даже подходить к нему как бы не хочу. Да серьезно.
убить крипа не могу даже. Лол. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая боль. Че легионка такая тонкая вообще? Он вообще, он походу, у него походу вард стоит в миду. Ты его выхукать пытаешься? Да. Ну что, хоть как-то. Восстановиться. А, серьезно. Васяцкий подгончик, братишка. Надеюсь, брат. Больно. У меня ничего нет. У тебя есть много жира, брат. Угу. Ты жирный. Который мне нихера ничем не помогает. Смотри. У них вард стоит, у него. Так, просто вард сделай. Ракетки по КД кидает. Ты против снайпера, да, стоишь? Я против тинкера стою. У него уже шестое. Просто мансует. Сука! Пидорас, блядь. У меня уже горит. Бля. У него вот тут где-то стоит вард. Брат, сделай дивард. Я могу купить. Вард ты себе принесешь. Хочешь? Бессмысленно. Тинкер мисс. Он меня сейчас убьет. Что там? Два лоу хп? Окей. А что ты, братишка, выводишь? Спасибо, позже больше. О, басяк, 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 не дали. Басяк, басяк, молодец, давай.
сейчас я тоже куплю хуйню, буду там кидать. Кур надо обмыть. А. Всегда пожали, братья. Блин, это по свиньи день. Нет, это не апнула. Я не апнула. Нет. Там когда пошла. Алло. Почему я так иду? Не знаю, брат. Если я хочу через лес. Ну пока снайпер делается, сай. Серьезно, он соскилил. Он даже не уходит. Блять! Братишка, ты живешь? Да. А у тебя хук спиздили, да? Нет. Ай-я. Ай-я, все летало, но я. Так и знала, что мечты. Ну что ты, братишка, фармишь? Фармила залил. Он даже мансует. Я думал, он хоть под стеночку станет. Серьезно. Я умираю. Живи, брат. Пиздец. Там снайпер пришел на ТП, чтобы ультануть меня. А, фурио на фастпуш с некрами. Ты предлагаешь мне на... ГГ мы проиграли. Почему? Потому что Фурион пушит, а у нас никто прийти не может. Ну я если подойду, от меня толка не очень много. Ты же понимаешь. Это уже нормально толку. Касочки на всех раздал и все. Нет вражеского борта. Боже, что за сейвы? Сука. Сейница, блядь. Я пытался. Нах, я бы этого урода забрал. Он улетел. Если она сейчас Рубика заберет. Она не заберет его. А может заберет? Ну, Рубик умеет играть. Там плюс еще и снайпер. Ну, туда я бегу. Мне еще 14 секунд нет. Ты убежишь? Лизонка, ты тупая, скажи честно. У тебя топорик, блядь, в инвентаре, и ты не смогла пробудить деревья что-то этого сраного. Я не помню такого. Фуриона, блядь? Смотри. Добрый вечер. Брат, хуярь их по-братски. Просто шел. Серьезно. Я думаю, это она топчется.
Въебаем, братишка, въебаем. Ну ладно, не въебаем. С нами есть мертва. Боже мой, что это было? Нахуй мы сюда пришли? Серьезно? Блять, почему я не могу купить ТП-шку в секретной лавке? Бегаем. Они все ходят. Капелька мне. Бега, не все на бот. Да, конечно. Пока через S. Тебе, в принципе, катера, тебе же чисто сила нужна. Или ты чтоб типа дагер был? Чтобы ты закажешь, чтобы ты отбивал. Сука. Надо было сначала кидать каски. Это трендец. Топорик у кого там? Гребаные крипы. А, еще что-то в глаз попало. Боже мой, что это? А, боль. Что ты знаешь о боли, блядь? Да нет, что-то в глаз попало, реально больно. Думал, фантишит. Да, с распидораси, сука. Блять! Он мне рот стырил. Капец, божеские сейвы. У них все донные, блин, сейвят друг друга. У них даже тинкер донный, если честно. Так давай тогда его наказывать. У них только Фурион спецпушит. Каски будут? Каски, 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 каски. Хорошо. Хуяски. Фурион по красоте спецпушит. Блять, хули я стою на месте? Меня оно пидорасит, да я стою на месте. Это кто-то должен быть. Это видит. Сука! Столбик. Старфом. Я ничего не сделаю. Уходи, уходи. Да, конечно, блин, не во время этого героя. Ух ты! Мне кажется, или там бар? Халпа будет, а не будет. Окей, понял. Что это? Если успею, покупаю арканы, даю каску. Бэкнулась? Нет, это не мартра, это Рубик бэкнулся. Рубика убьете? Хорошо. А теперь пушьте.
Братишка Вика, короче, кушаем. Сука, ушел. Серьезно. Уходим, братишка. Сука. Угу. Падла! Своя в рот, ебан. Мне нравится их клик на сплитку. Блин, если бы кто-то станчик давал. Сяский. На всех. Войдец бы хорошо зашел. Купол в этих пятерых. Я ставлю плевалку. Не знаю, тут кто-то будет 100%, я уверен. Серьезно. Да серьезно. Воу, здрасте. Я понял. Я вас понял, ребят. А зачем ты досты прожал? Не знаю, на всякий случай. Я не достал! Я просто не достал. Сука! Откуда бы он меня убил? Не знаю, да. Да, где-то он тут. Лекусь, мне иногда кажется, что со мной мужик разговаривает, добивается. Ча-ча-ча? У тебя как-то глючит микрофон, иногда у тебя становится такой мужской грубый голос, я аж охуеваю. Тут еще один какой-то человечек играет. Нет, это я такой серьезно, потому что я играю за легионка, поэтому я должна быть такая. Да, у нее тоже брутальный голос. А баба с яйки. Они тут вообще. Пойдем, сейчас заберем, пожалуйста, кто ты там. Легионка, пойдем, пойдем. Погнали, босяки. Пора их наказывать вообще, наказывать. Карать. Ульта будет? А, у тебя маны нет. Есть. Нет, да. Не давай ульту. Ладно. Я пока не даю. Блин, он тут Тинкер пришел, как обычно, не вовремя. Серьезно. Угу. Боже. Ты понял, да, короче? Бах и блядь, все. Что я сделал? Все. Ты просто подошел. Это снайпера уж закуп. У него аватар. У нас есть дровка? Ебать. Да, прикинь. У них есть дровка. Ну ты понял. Ну да. Эту дровку немножко унижал изначально. Сука, мне бы огонечек вообще по-босяцки. Так копи на огонек. Так я то и делаю, что коплю. Я короче, знаю, куда Фурион сейчас прилетит. А мы только что него не отхуярили, разве? Ну да. Не кумарит их пик на сплит-пуш. Тракса, снайпер. Ну Рубик, кто такое? Рубик в саппорте. Ебать! Духи, сука! Да, снайпер выносит. А, Тинкер. Нет, Тинкер. Ничего себе. Бляди, съебались. Пришли дали мне пизды и съебались. Ну, пиздец. Пиздец вообще. Босяки.
что мне опять хочется спасать. И съебался, и съебался. Нагадил и съебался. Угу. Я знаю, какую они линию будут пытаться давить. Верхнюю? Именно эту. Давай ты притворимся, что я такой дрыщ, короче, буду ее защищать один. О, вот и Тинкер. Тебя блинк будет? Что ты делаешь? Зачем? Блин, не краб. Кукай, брат. Вот так. Як башар. Ничего, я саппорт, моя жизнь не важна. Важно дело для команды. По-братски. О, Вика уже вникает в нашу тему. Очень хорошо играю на ЦМ-очке, а? Этот Фурион меня бесит. Он пиздил. Фура, ну что ты хочешь от него? Ненавижу друидов. Я понял. У нас там что, замес будет сейчас? Уже был. Мы разошлись мирно. Чисто немножко друг друга похарасили. Чисто помирно, да? Они через снайпера играют. Через раскачку снайпера. Не по-братски со стилем. Я брат прости не хотел. Сука, бегучий снайпер. Вот это самое. Что? Сука! Угу. Ёба нам разок. Если было бы чуть больше, то я бы выжил. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я? Я без маны. Брат. Я ухожу. Ух ты, красота. Вот это путь. Блин, какой. Окей. Не надо к снайперу. Кучик такой подумал, я бью. Он злой. Ну ладно. Хэштег путь живи. Да? Так я и так выживу. Такой успокоился, такой дед спокойненько время. Сбагоидельный. Сбагойся. А раз они хотят поспеть кушать, то я им немножечко помешаю. А я въебаю. Они будут кушать по меду. Они на меня сначала отвлекутся.
Нет, я буду более симпатичной мишенью. Я так вам скажу. Я въёб? Я же говорил на меня. Тинкер уже вылетел. Кого вы ищете? Крипа. По красоте. Вот так вот, сучки. Сосать, пока я жив. Кто следующий? Что это? Что за лаги? Серьезно? Она брат, ты жив? Да я живу. Типа изи. Все, отходим? Идем дальше, дальше. Нет. У них троих нет. Грёбаный снайпер. Я въёбаю. Так, я бэм. Братишки, бэк, бэк, братишки. Ой-ой-ой-ой. А, стоп, я же забыл, что мартра у нас потная. Нет, что ты... Только что не... она делает? Что... Что это такое? Серьезно. Курочка, дай-ка мне ворды, и дай мне, ладно, только ворды дай. Ладно, хуй с ним. Я так добегу, братишки. Давай, 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 братишка, давай, 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 давай. Так, вот басяк, басяк, давай. Я убил снайпера. Вот это. Вот это ты басяк, вот это ты хорош. Как это удалось тебе? Чисто выхукал, он даже в инвиз не ушел. Походу нам сейчас будет ответ, ответный ебалостас. Империя наносит урар ебальный. Чё у тебя так мало дуэлей? А где тут дуэли? Тут все ходят целые или невидимые? Для этого тебе нужен лотар, чтоб цеплять, а не блинк. Ты пока развернешься, уже успеет в инвиз уйти. Мне просто очень нужен блинк. Такой смешной, такой красивый. Хорошо. Если мы сейчас вытащим, это вообще будет по-босяцки. Мы обязаны вытащить. Мы по-любому вытащим. Я себя хорошо знаю, я могу любую катку слить. А то, что мертвые критулечки по 1600, это вообще по-босяцки. Вот это по-босяцки. Серьезно. Наверху. Омни, куда ты, блядь, перед бактиков пекло лезешь? А если так? Сука, почему я не могу бить? Какая вкусная руна. Блин,
и проебал. Ну что, порыбачим? Помни, Килла. Не, я свое дело завершу, братишки. Завершил? Ну, почти. Добротная стратегия. Я им распидорасил башню только так. Вот так теперь мои крепочки делают свое дело. Пока наша вышка стоит, я им разобью любой ебальник. О, а сейчас еще Мартрас фулл хп и вообще. Ну ладно. На 400 золота мы огоним, братишки. Если кто-то по босяцки их потянет, я так, ебать, я им на фонтанчик поставлю. Вангард, вообще, косяк. Поехали, занесем трон, стой, по ней идем, заносим трон, нахуй. Братишка, да, я с тобой, я до конца. Конца. Бежим, бежим по Махачкале, да? Знаете эту песню? Сука, там снайпер. Поймал, да? Сосали, и будете сосать. Я только минут. Что помог вам даже. Хоть я был на другом лайне, но я вам помог. Брат, от души. А знаете как? Как? Отвлек Рубика и снайпера. Вообще, брат, от души, душевно в душу. Все, спать. А теперь спать, братья, а то уже 4 утра. Вообще, трындец, да. Спать, всем спать. Давайте, братишки.